Короче, такой приехал на рыбалку, типа, половить живца. Ну, чтоб щуку наловить-то. Щучки такие не маленькие. Пытался ловить живца. Обрывало все мормышки. Живца поймать чувствую не могу. Но подцепил блесну и начал ловить того, на кого я ловил живца. В финале вот такая вот хрень. Но видео-то, конечно, не об этом. Видео, конечно, о том, что вот я тут один. Я нахожусь под финской границей. До нее километра 2, наверное. И там строится забор. Я такой сижу и думаю, блин, ловлю сейчас щуку, да? Я такой, херак, и прилетает Хаймарс. И мать его, и не меня, и не щуки. Как, народ, думаете, насколько это все продержится, такой клев? Я думаю, что на следующий год меня тут уже не будет. Впрочем, как и многих из вас. А так, озеру спасибо. 2 километра до одного финского города. Снимаю с территории России. Говорить, где я, конечно, не буду.